Ну вот прошло время. Наш бульон с курицей сварился, а точнее курица сварилась. Мы процеживаем все это через сито. Вытаскиваем все, что у нас варилось. Лук, чешуя от лука, мясо куриное, так, отбрасываем это в отдельную тарелку, а бульон процеживаем. Я специально взяла стеклянную кастрюльку, чтобы вы видели, какой он прозрачный. Дальше мы его вернем обратно в нашу кастрюлю. А все, что надо, выброшу, чтобы освободить кастрюлю. Так, кастрюля свободна. Бульон процежен. Выливаем его обратно в нашу кастрюлю. Так, процеживаем все полностью. И отсюда берем бульон. Добавляем мясо. Так. Дальше что мы делаем? Мы берем, это нам пока не понадобится, берем манную крупу, высыпаем 3 столовые ложки. Высыпаем медленно и помешиваем, чтобы у нас не было никаких комочков. Вот так всю муку и высыпаем. Три столовые ложки. Так, добавляем столовую ложку соли. Без горки. Размешиваем хорошо и ставим снова на огонь. Варить минут 10. В это время берем наше готовое мясо. Оно должно быть мягким. Возьму ножку. Вот оно мягенькое, хорошее, хорошо проварилось. Так. Бульон у нас варится. Мы можем добавить зелень. А можно и не добавлять зелень.